Да, диджей Капилляр в студии. Ребятушки, пора прощаться. Послушали с вами группу «Гости из будущего» и архивную нашу беседу. Но я думаю, что если беседа состоялась сегодня, ничем бы она не отличалась. Такие же по глубине прекрасные вопросы и чудесные развернутые ответы. Да? Да. Бэби, что ты пожелаешь гражданам, которые сейчас нас слушают, чтобы у них было в течение этого рабочего дня? Чтобы они это самое... Искренне только, рада, ради бога. Ладно, давай. Чтобы дотянули до вечера без понтов. Да? Да. Ну вот, все, короче, бочински стилаем. С вами прощаюсь. До свидания. Я тем, у кого есть... Ты прощаешься или ты до свидания? Ты как, че как? Выходишь? Я еще не решил. Сходишь в остановке-то или дальше идешь? Для тех, у кого есть доступ в интернет на рабочем месте, постанова забраться на наш виртуальный, так сказать, дом, на крышу его. www. Можно просто сволочи.lang.lank. Это ланг, так сказать. И лунг. А ланг. Лэнг. 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 Итак, сволочи.lang.net — это сайт, посвященный только упырям и отвратительным мерзопакостным существам, которыми мы являемся. Завтра, короче, в 7 утра снова мы будем с вами. И на прощание хотим поставить. Завтра мы будем прекрасными, замечательными людьми. Типа как вы. Зачем это? Типа как люди. Вот. Что еще сказать-то? Я не знаю, надо добавить что-то. Вот так не хочется уходить, да, поболтаем чуть-чуть. Я мог вам пару тем для разговора подбросить, но, в общем-то, чувство долга заставляет меня освобождать помещение. Бля, что это пахнет так? Он Петровский, да, пришел? Все, ребята, счастливо, до скорого.